Здравствуйте. К нам обратилась семья из Узбекистана, временно проживающая в Казахстане, с вопросом, какая медицинская помощь им доступна. Иностранцы, граждане стран СНГ, могут получать скорую неотложную медицинскую помощь при внезапных острых состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни или здоровью окружающих, несчастных случаях, отравлениях, травмах, родах и неотложных состояниях в период беременности. При отсутствии угрозы жизни больного или здоровья окружающих медицинская помощь осуществляется на платной основе. Для получения первичной медико-санитарной помощи семье из Узбекистана необходим договор добровольного медицинского страхования. Имея договор, семья может прикрепиться к поликлинике и получать помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Если же иностранные граждане нигде не работают, то им нужно уплачивать взносы в СМС в качестве самостоятельных плательщиков. Также за себя надо платить пенсионерам из Узбекистана, так как они не попадают в льготную категорию.